По информации Примгидромета, в связи со смещением активного циклона над побережьем Приморья ночью и днем 23 октября во Владивостоке и на большей территории края ожидается сильный дождь, местами очень сильный. Усилится ветер на побережьях и у мысов. На реках края ожидается подъем уровня воды. Вместе с тем выхода рек из берегов неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не ожидается. Сотрудники МЧС России рекомендуют жителям и гостям Приморского края скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от выходов на туристические маршруты, а также от выходов в лес для сбора дикоросов, взять на особый контроль пожилых и детей. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выходов на морскую акваторию. В связи с сильным ветром возможно падение слабо закрепленных конструкций. Ограничьте нахождение на открытом пространстве. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон вызова экстренных служб 112.